на свете семья. Отец, мать и три дочки. Однажды летом, в самую жару, захотелось отцу напиться. И послал он за водой младшую дочь. Пришла младшая к колодцу и задумалась. Вот вырасту, выйду замуж, родится у меня сын Тикос. И пошлю Тикоса за водой, пусть теперь он побегает. Вай, Тикос, вай, сынок. Ждали младшую и послали за ней дочку среднюю. Сестра ее криком встретила. Иди, посмотри, что я наделала. Утонул Тикос, племянник твой. Отец за ними старшую шлет. Увидели ее сестрички, заголосили. Поплачет и легче станет. Тикосу там, Тикос. И средняя сестра всю эту историю, как могла, рассказала. Несчастная бабушка, Тикос в дерево упал. Какой Тикос? А вот послушай. И рассказала старшая сестра, как дело было. Thank you.
Антикос. Вай, сынок, плачь, рыдай. Несчастный дедушка, твой внук, Кикос, в колодец упал. И сказала безутешная бабушка, меня послушай. Мне самим умным. Молчать! Закричал он. Глупости! Он же это царя с заводой пошлет. Придет же такое в голову. А ни на что. Сами сбегаем, принесем. Эй, кормилец. Не утонет, Кикос, не утонет. Тот-то было радости. А ведь верно, кто же царя за водой пошлет? Правда, тут кувшин колодец упал. Но ведь кувшин, я Кикос.